Спортивная разминка в хороших условиях. В Московской области действует губернаторский проект по открытию школьных стадионов для всех жителей. Утро Михаила Жогина начинается со спорта. Обычно это простые физические упражнения, которые раньше он выполнял во дворе. Но сегодня особенный день. На территории лингвистической школы для горожан открыли стадион. Мне вот идти через два дома, то есть прям 5 минут и все. В моем детстве таких не было. Тут все, и трава, и ворота, и разметка, все хорошо, то есть комфортно здесь. Открытие решили отметить футбольным матчем. На поле местные жители против выпускников лингвистической школы. Для тех, кто предпочитает обычную зарядку в комфортных условиях, доступны воркаут-зона и беговые дорожки. Стадион открыт с 6 утра до 10 вечера. Очень надеемся, что те родители, которые будут приходить и заниматься на футбольном поле, будут бережно относиться к нему, и оно останется в таком же состоянии, в котором мы передаем его городу. Люберцы – это территория спорта. Все для жителей. В рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» для люберчан также стали доступны спортивные площадки инженерно-технологического лицея и школы номер 28. Стадионы ограждены двойным забором. Вход для жителей расположен с внешней стороны. Это обеспечивает безопасность на территориях школ. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.